рамках Всемирного дня ребенка сотрудники благотворительного фонда «Садака и Закят» вместе с волонтерами навестили ребят из Ивановского детского дома имени Александра Матросова. Для благотворительного фонда эта поездка уже далеко не первая. На попечении приюта находится около 150 детишек, и чтобы уделить время каждому, нужно немало сил. Сами воспитанники встречают гостей как старых друзей. С улыбкой на лице, задорным огоньком в глазах, а главное – желание общаться, развиваться и творить. Специально для них организаторы каждый раз привозят свежую и интересную программу с конкурсами и подарками. На этот раз ребят ждал мастер-класс по карате и урок самообороны. Есть ребята, которые активно занимаются спортом, и им очень нравится, когда приезжают спортсмены, проводят с ними эти занятия. Есть ребята младшего возраста, с ними также проводятся на уровне их развития занятия. Пока мужская половина оттачивала мастерство в спортивном зале, женская усердно осваивала секреты изготовления аксессуаров для волос. Для лучшего восприятия информации воспитанники были поделены на несколько возрастных групп. Если так можно сказать, я считаю большинство из них своими друзьями, потому что они очень гостеприимные и очень открытые дети. И всегда очень здорово, когда ты сидишь дома и готовишь для них программу, и что же для них будет интересно. Ищешь какие-то игры. Эльвира, допустим, готовит мастер-класс. И мне кажется, каждый из нас вкладывает вкладывает свою душу, эмоции. После мастер-классов для детей были организованы подвижные и развивающие игры. Волонтеры фонда будут и в дальнейшем навещать ребят и привносить в их будни побольше красок и веселья. Дарья Судрева, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».